Добрый день! Хочу рассказать, что сегодня расцвело у меня нового на участке, в моем саду. Вот расцвели прекрасные пионы, ранние. Названия я их не знаю, они мне очень давно, это меня угостили. Цвет у них изумительный, такой ярко насыщенный. Цвет свеклы на срезе. Кусты невысокие этого сорта. Где-то сантиметров 50-70. И самый ранний он расцветает, а потом уже тогда другие принимают эстафету. Сейчас я покажу еще другие пионы, которые у меня. Это пион молочно-цветковый. Он тоже цветет довольно рано. У него такая красивая желтая серединочка с тычиночками. Он сейчас розового цвета, а потом он станет такого немножко в рыжину цвет. Он потом выгорит, станет рыжевато-желто-розовый. Пион. Он очень старый, лет 25-то, может даже 30. Их здесь три куста. Раньше название я не знала, потом в интернете высмотрела. По-моему, он называется «Очарование». Но действительно ему это название подходит. У него такие цветы бело-кремово с такой ноткой розовины. Вот сейчас они на солнышке давно стоят, они сейчас уже выгорели и стали почти совсем белыми. Вот он у меня развалился, значит, здесь три куста. Один, второй и третий. В ширину вот этот вот, он 2 метра шириной. Причем, что очень радует в этом сорте, никогда не болеет. Я за ним никакими препаратами его не опрыскиваю. Единственное, что удобряю его золой. Причем золу не просто под куст насыпать, потому что это малоэффективно. Она в глубину плохо проходит. А надо сделать такую вытяжку из золы. Я, значит, беру ведро, в него добавляю золы, где-то 1/3, и 2/3 наливаю кипятка или очень горячей воды. Ночь постоит или сутки, может больше постоять. И потом разбавляю. На ведро чистой воды я добавляю где-то 0,5 литра вот этого раствора концентрированного. И прекрасно они себя чувствуют и благоухают. Запах изумительный. Весь сад наполнен ароматом. Так прекрасно, когда цветут растения и благоухают. Вот еще один сорт пиона. Я не знаю его название тоже. Вот он такой цвета киселя. Он высокий тоже, 1,20 м где-то высотой, наверное.